Привет, дружище, давай вместе с тобой оценим канал Коди. Вначале мы, ребята, можем заметить, что у него замечательное и крутое оформление. Крутая шапка, крутые превьюшки, парень молодец и старается. То есть видно, что он вкладывает душу в каждый свой видеоролик. Но, ребята, помимо всего этого, у него не просто интересные видео, у него познавательные, потому что только у него вы узнаете, как сделать пламенный текст, как сделать топовую шапку, как снимать на Android, как сделать крутой дизайн и тому подобное. Ссылки есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, ваш Кент ВК будет выполнять довольно-таки забавный, интересный челлендж. Суть этого челленджа довольно проста. Я должен спародировать всех ютуберов по Блокстрайку. Если вам, ребят, понравилось это видео, если нравится подобная идея, чтобы я дальше продолжал, пожалуйста, поставьте лайк, а также подпишитесь на мой канал. Ну что ж, а мы начинаем. И самым первым у нас идет тик-так. Тик-так! Ребят, всем привет, и сегодня я буду стримить. И сегодня целый стрим я буду открывать кейсы. После этого мы кого-то порейдим, после этого мы обратно будем открывать кейсы, потом обратно кого-то порейдим, потом обратно кейсы, потом устроим сходку и закончим стрим. Волли! Привет, что ли, с тобой снова я, Волли. И сегодня, ребята, я буду передавать привет трем людям, которые сделали репост с моей страницы ВК моего предыдущего видео. Ну и в общем, случайным образом я нашел очень классный сервер, поэтому, ребята, заходите, играйте, IP и порт есть в описании. Дроуган! Всем привет, друзья, с вами Дроуган. В этой серии я буду пытаться выжить на зомби-выживании с МП5. Провектор! Всем привет, друзья, с вами Александр Провектор, и я люблю играть в Блокстрайк, но больше Блокстрайка люблю только одну вещь, это пиксельган. Грейс! Всем здорово, народ, с вами Грейс, и сегодня у нас будет проверка нычек на зомби-выживании. Давненько мы в него не играли, ну и еще я рэпер. Харви! Привет, друзья, с вами Харви, и сегодня мы посмотрим на маленького бомбящего школьника и посмотрим, какую ахинею он несет. Я хил Макс, и это смешные моменты от меня, а также я люблю сходки, а-за-за-за-за-за-за, ставь лайк. Тимус! Всем привет, ребят, и я Тимус, и я снимаю видео без микрофона. Флайкер! Всем привет, ребят, с вами я, Флайкер. Если вы не знали, то британские ученые доказали, что чем больше стрелочек на превью, то тем больше у тебя просмотров на ютубе. Играем, бро. Привет, это я, играем сейчас, короче, будет полная жесть, угар до слез, жу не могу. Макс Лонер. Всем привет, с вами Лонер, и сегодня буду снимать вак-моменты. Стоп, 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 я же снимаю без микрофона. Вест. Всем, ребят, здорово, меня зовут Вест, и чё-то давненько на моем канале не уходили в видео. Андрей Белый. Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас будет дуэль с Харви. И, скорее всего, мне надерут задницу. Но это не точно. Если на вашем канале больше 10 тысяч подписчиков и вы не попали в видео, то, ребята, тут всего лишь две причины. Первая причина, то что я вас не знал или просто забыл, за что я искренне извиняюсь. И вторая причина, то что вы снимаете смешные моменты. Ну я, ребят, просто не знал, что такого уникального придумать, потому что почти все снимают смешные моменты. Я понимаю, что они хорошо хайпят, но, к сожалению, этот челлендж я вас не вставил. Стоп, стоп, стоп! А где же Кент и Анетка? Куда же без них? Ребята, ща все будет. Кен-на-на-на-на-на-ты! Всем привет, Кент на проводе! И сегодня, ребята, вы не поверите, но этот парень сказал, что я нуб! Сказал, что Анетка нуб! Сказал, что моя мама нуб! Сказал, что моя вся семья нуб! Сказал, что вся моя страна нубы! И сказал, что вообще все нубы! Анетка! Всем привет, с вами Анетка, и у меня новое видео. У меня не было новых видео очень долго, потому что я снимала это видео, и поэтому не было новых видео, и поэтому новое видео. Все, ребята, всех люблю, ставьте лайкусики, всем удачи и всем пока. Также этот челлендж я кидаю всем ютуберам. Я, конечно, понимаю, что вы потратите кучу времени, как я, но, ребят, скажу вам так, что этот челлендж очень забавный, поэтому давайте выполняйте, давайте не ленитесь. Вроде бы на этом все. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк, а также просто мега обязательное условие. Прямо сейчас возьмите и подпишитесь, если вы не подписаны на мой канал. Ну что ж, а с вами был ваш Кент ПК, всем удачи и всем пока.